она говорит мне, это твоя проблема, иди домой, говорит. Это кто сказал? Это главный враг сказал, который синим одеждом ходит. Как главный здесь кто хрург? Вот она сказала. Заведующая. Да. Вот она именно четкий. Это твоя проблема. Это все моя проблема. Где моя проблема? Если у меня приступ был, болит меня, вы говорите мне, иди домой, это твоя проблема. Все моя проблема. И здесь где моя проблема? Нет, никакой проблемы. Вы четко так сказали мне? Да. А почему? Иди оплачивай, будет наша проблема. У меня приступ был, говорю, у меня болит, говорю. Я просто так здесь, чтобы время тратить не пришел. Просто у меня болит, просто поэтому пришел. Ты не гражданин России. Кто сказал? Я сказал. Я вид на жительство. У меня 80 программ. Это покажи, вид. Пожалуйста, вид на жительство свое. У меня стоит пожалуйста, вид на жительство. Если у меня нету хотя бы документу, человеком так надо, да, разговаривать? Вид на жительство. Вот вид на жительство. Давай. Нет, не дам. Почему? Почему дам? Да, потому что это не твой вид на жительство. Это чей вид на жительство? Не знаю. Нет, это новый, мне дали новые страховки. Ты чего хочешь-то? Я хочу, чтобы вы, почему так мне ответили, вот это хочу узнать. Вот потому это. Что ты никто. Ты почему? Чмо. Какой чмо? Чмо. Вот почему так? Человек морально отстал. Вот как отстал морально? А чё я отстал? Ты это... чё добиваешься? Я добываю, чтобы меня проверяли. Я это делаю, не буду. А, что будет делать? Никто.